Гражданские активисты, заявители марша в защиту детей за роспуск Госдумы, не собираются бросать тему детей. Сегодня, 17 января 2013 года, они пришли в приемную президента России, чтобы передать президенту свое обращение. В чем суть вашего обращения, которое вы несете в администрацию президента? Мы хотим, чтобы они прислушались всем требованиям, которые выставили мы, начиная эту акцию, и все люди, которые пришли нас поддержать. А в чем суть именно? Чего вы требуете от президента? Чтобы отменили закон, вернее, поправку к закону об усыновлении американцами. Это раз. Ну, распустили Думу, которая этот закон поправку приняла, инициировала, приняла и подписала. А кто подписал это обращение? Обращение подписали заявители марша, трое из пяти заявителей. Сейчас мы его хотим отдать в администрацию президента. Мы формально направляем сейчас бумагу, чтобы получить, в принципе, формальный ответ. Мы предполагаем, что ответ может быть отрицательным, вот, но мы должны получить этот ответ, поскольку в соответствии с федеральным законом 54-м о массовых мероприятиях органы власти, которым адресован вопрос, который явился поводом для массового мероприятия, значит, органы власти должны эти вопросы рассмотреть, принять по ним какие-то решения, вот, и довести свои решения до организаторов марша. Вот, поэтому, собственно говоря, мы в данном случае направляем письменную бумагу, чтобы получить письменный ответ, чтобы потом людям показать, как вот, ну, что власти наши ответят. Власть во многом делает протест сама. И то, что люди выходят, это не заслуга оппозиции. Это заслуга чиновников, заслуга всех ветвей власти, депутатов Госдумы. Поэтому мы здесь всего лишь просто помогаем людям как-то вот в организованной форме выражать свое мнение. Документы какие-то мы подготавливаем. Вот. И фактически мы тоже часть протеста, но формируем его не мы. Обращаться лично к Путину граждане не стали, поскольку считают, что сей господин занимает президентское кресло нелегально. Поэтому обращение подают через администрацию, президенту как функции государства. Ведь должен же некий субъект гарантировать исполнение Конституции и иных законодательных норм. Если президент не даст ответа нам на наше обращение, он обязан дать ответ по закону 54-му, закон о публичных акциях, о массовых акциях. Там сказано, что орган власти, а президент является одним из органы власти обязаны по существу рассмотреть вопросы, которые стали причиной этой массовой акции, принять решение в соответствии с законодательством Российской Федерации и проинформировать об этом заявителей. Если он этого не сделает, то у нас будут все основания подавать на него в суд. Организаторы марша против подлецов не стали ограничиваться одним обращением в администрацию президента и отнесли письмо в приемную Госдумки, после чего передали копию зарегистрированного письма депутату Дмитрию Гудкову, который вместе со своим коллегой Ильей Пономаревым инициировал отмену пресловутой поправки о запрете усыновления российских детей-сирот американцами. Ваша копия. Поддержка вашего проекта. Ну, завтра у нас будет комитет. Хотя я посмотрел повестку, в повестке пока нашего вопроса нет, но есть вопрос разный. Вот в этом вопросе разный, мы тогда попробуем предложить. Это будет 14.05, но в конце. Ну, онлайн посмотрим. Да, ну онлайн, я не знаю, будет ли там кто-то транслировать, или это не в Думе будет, а в комитете. Поэтому журналисты, я думаю, туда придут. Вот, мы в этом разделе разные будем предлагать рассмотреть нашу инициативу и вынести ее на пленарное заседание. Дмитрий, а в чем суть вашей инициативы? Отменить статью 4, которая вводит запрет на усыновление наших детей-сирот американцев. А насколько есть шансы, что все-таки примут? Ну, я думаю, что если мы будем апеллировать не к власти сейчас, а к гражданам, то шанс есть. Хотя бы, ну, я знаю, могу сказать сразу, что очень крутая была акция. И атмосфера в зале изменилась. Я лично слышал от некоторых депутатов, да, которые сказали, что вот эти козлы подставили нас с этим законом. Это говорит о том, что они понимают, что сделали небольшую там гадость или подлость. Вот. Поэтому если мы, я надеюсь, эту дискуссию вернем сейчас в Думу, вот, если
эта поправка не пройдет, наш законопроект, то мы можем провести еще одну акцию. Либо мы их заставим хотя бы половинчатое решение принять, ну, например, хотя бы отменить запрет для детей-инвалидов, потом там для детей больных. Когда власть в стране узурпирована, все законы заточены на то, чтобы граждане не могли ни протестовать, ни объявить импичмент, ни распустить Госдуму, ни даже провести референдум. Тем не менее, гражданские активисты готовы пойти до конца, хотя бы для того, чтобы защитить российских детей. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.